Вектор развития новгородского аграрного сектора, лесного хозяйства и ветслужбы сегодня задал глава региона Андрей Никитин. На расширенном совещании обсудили перспективы и первоочередные задачи. 2017 для сельского хозяйства Новгородской области выдался непростым. Тем не менее, региону удалось выйти на неплохие показатели, заявила министр Елена Покровская. Необходимым количеством овощей жители области аграрии обеспечили. Впрочем, погодные условия еще не раз аукнутся. Во-первых, заготовка некачественных кормов для животноводства уже сказалась на продуктивности скота, что привело к снижению производства молока в 2018 году. Во-вторых, сев озимых культур проведен на площади значительно меньше уровня прошлого года, и как следствие зерновой клин может быть сокращен. Спасают ситуацию как могут. Из средств федерального бюджета получено 40 миллионов рублей на возмещение затрат. Их распределили среди 55 предприятий. Акцент в году наступившем планируют делать на развитие молочного животноводства и создание сельхозкоопераций. Впрочем, есть и более приземленные вопросы. Борьба с борщевиком Сосновского выходит на первый план. Мы изучили опыт соседей наших в Ленинградской области. Значительные средства тратятся на эту программу. К сожалению, полностью избавиться от него не удается за счет того, что у него такие биологические особенности. Семена до 7 лет сохраняются в почве, очень большое распространение на несколько километров. Область Новгородская решила идти по другому пути. В ближайшее время выберут два пилотных района, где будут вестись поиски новых механизмов борьбы с борщевиком. Идея по выбору района по борщевику и отработке комплексного подхода, потому что что получается? В одной программе у нас дороги, там что-то они порубили, в другой программе поселения что-то поделали. Он где-то остался куском, и через год он опять везде есть. Поэтому определяйтесь с районом, давайте в этом году такую программу сделаем. Первоочередной задачей является и развитие лесного хозяйства. В регионе ощущается дефицит сырья на крупных перерабатывающих производствах. При этом используем мы чуть больше трети лесных ресурсов. Не менее остро в регионе стоит и вопрос с экологией. Задача номер один – это развитие инфраструктуры утилизации ТБО. Завершение работ по Вестовскому полигону ТБО, сортировка мусора и ликвидация ранее накопленного экологического ущерба. Я говорю о полигонах ТБО в Чудово, Пестово, других районах. Планомерная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Это то, чем надо заниматься. И мы должны, так сказать, зачистить старые грехи и работать уже по-новому, в новом качестве, в новом формате. Также Андрей Никитин отметил важность развития рыболовства. Это одна из важнейших отраслей для экономики нашей области. И здесь важно соблюсти баланс интересов промысловиков и общественности. Ольга Ионова, Алена Суфтина, Сова Ушаков. Новости Новгородское областное телевидение.